устанавливаемым нестационарным объектом применять архитектурно-художественные требования к внешнему виду НТО, размещаемых на территории муниципального образования города Балаково, Балаковского муниципального района Саратовской области, согласно приложению к настоящему решению. А также дополнить пункт 35 абзацем. Эскиз архитектурно-художественного решения по размещению НТО, в том числе и торгово-остановочного комплекса, подлежит согласованию с уполномоченным органом в области архитектуры и градостроительства на территории Балаковского муниципального района. Требования разработаны для администрации Балаковского муниципального района, операторов НТО и предпринимателей, размещающих или заинтересованных в размещении НТО на территории города. Документ поможет создать современные, функциональные, визуально привлекательные торговые объекты на территории города Балаково. К видам НТО, которые регулируются настоящими требованиями, относятся киоск, торговый павильон, торговая тележка, торговая палатка, елочный базар. В приложении к требованиям размещены графические части и материалы, которые содержат следующие решения. Первое. Варианты цветового решения. Предлагается три вида цветового решения к каждому виду НТО. К вновь размещаемому киоску, торговому павильону, торговой тележке, торговой палатке могут быть применены только установленные данными правилами благоустройства цветовые решения. Второе. Варианты конструктивных решений. Предлагаются определенные виды конструктивных решений к каждому виду НТО. К вновь размещаемому киоску, торговому павильону, торговой тележке, торговой палатке и елочному базару могут быть применены только установленные данными правилами благоустройства конструктивные решения. Третье. Варианты размещения вывесок на НТО. Отводится определенное место размещения вывески с наименованием объекта, в котором возможно разместить вывески без подложки и с подложкой. Четвертое. Требования к внешнему благоустройству, в котором представлены требования к площадке, на которой размещен НТО, и требования к ее габаритам и покрытию, где минимальное расстояние от НТО до края площадки должно быть как минимум 1 метр со всех сторон и 2 метра со стороны главного входа со стороны покупателя. Пятое. Элементы внешнего благоустройства у каждого НТО должны быть установлены уровни.